Так, всем привет! Сегодня, как я и обещала, у нас в прямом эфире будет разбор хореографии моей новой. Я ее специально делала для вас, специально готовила на этот эфир. Так, подожду, пускай все присоединятся, и будем с вами разбирать. Очень интересная новая мизансцена. Ну, мне, по крайней мере, нравится. Мизансцена достаточно быстрая, много-много различных элементов. Ребят, сразу говорю, я знаю, что восточнец смотрят много иностранцев, скажем так. Люди, которым это не интересно, кто не относится к восточному танцу, я их буду блокировать, кто не относится к танцам вообще. Поэтому не засоряйте эфир. Я не злая, просто если вас это не касается, не засоряйте эфир. Итак, жду, пока все остальные мои девчонки присоединятся. Значит, пока у нас все присоединяются, расскажу я вам о проектах, что у меня будет скоро совершенно. Итак, в мае стартует, всем здравствуйте, стартует мой марафон. 4 мая будет второй мой марафон, это «Наследие Ум Кальсум». Он будет гораздо легче, чем Балати-марафон, в нем меньше будет информации. В нем будет основная... Ой, Санечка, Кися, привет! В нем будет основная информация, это по постановкам на песни Ум Кальсум. И информация об Ум Кальсум. Это будет касаться моего марафона, который стартует с 4 мая. И также я собираю себе новые группы. Кто хочет, можете присоединяться. Группы также стартуют 4 мая. Это группы с онлайн-занятиями и занятиями по видео. Также вот такие группы. Пока сейчас еще будут присоединяться мои девочки, ученицы, которых я жду, которые должны танцевать вместе со мной сегодня. Вот. Поэтому еще буквально пару минуточек подожду. Также, друзья, кстати, пока я буду давать в эфире вам постановку, если у вас будут какие-то вопросы, если вы танцуете вместе со мной, что-либо не понимаете, либо не успеваете делать, пишите мне, я в данный момент комментарии не закрываю. Пишите, буду все подходить читать. Если будет что-то непонятно, я буду вам отвечать. Так. Всем ждем, девчонок. Еще буквально пару минуточек. И начинаем. Так, ребята, кстати, кто, опять же, не видел, вернее, не слышал то, что я говорила, прошу не засорять прямой эфир, не пишите ничего лишнего, потому что это эфир для танцоров, эфир для тех, кто будет танцевать вместе со мной, кто танцует восточные танцы, кому это наоборот интересно, а кому это не интересно, прошу вас выходить и не засорять своими комментариями. I'm Naila from Bahrain. How are you? Very nice to meet you. Join us. If you need me to speak in English, please write and I will also make some comments in English if you will need. So, if you need it. Эфир сохранится? Да, конечно, девочки. Я надеюсь, у меня на телефоне хватит памяти.
Вот, для того, чтобы сохранить, я обязательно сохраню эфир и постараюсь даже что-то потом выложить, возможно, частично в Facebook. Я надеюсь, вам понравится. Постановка действительно, она не крайне сложная, но она быстрая. Она очень интенсивная, насыщена различными элементами, и для того, чтобы вы максимально смогли ее разобрать, я буду сейчас максимально доступно объяснять. Естественно, мы не разберем сегодня с вами всю постановку. Постараюсь максимально дать, хотя бы она вообще длится 7 минут, очень классная музыка. Вот, я любитель потанцевать побольше, но максимально постараюсь дать хотя бы 2-3 минуты сегодня. Так, еще буквально пару минуточек ждем, вот 2 минуты давайте подождем и начнем. Я надеюсь, я уже разогрета, так как у меня были сегодня онлайн занятия, надеюсь, вы разогреты также. Вот, потому что у нас нет времени на разогрев. Будем сразу же начинать учить постановочку. Так, девочки, пока присоединяйтесь. Я настрою быстренько свой второй телефон, где у меня музыка. Итак, я надеюсь, вы все хорошо слышите. А что за постановка? Постановка моя, новая. Постановка межансе будет. Мы сейчас с вами выучим, да, межансе. Мы сейчас с вами выучим, разберем первую часть, вот до основных ритмов. Дальше пойдет ритм баллади. До них, я думаю, мы не дойдем, потому что у нас не хватит просто времени эфира. Если вам будет интересно, пишите мне, я потом как-то еще сделаю эфир. И по музыке, если у вас нет этой музыки, потому что музыка новая, если у вас ее нет, пишите мне тоже, не стесняйтесь. Вот, где можно взять музыку будет. Я постараюсь сбросить ссылку, выложить ее в открытый доступ. Если у меня не получится прикрепить ссылку потом, я буду бросать, просто пишите мне в личку, не стесняйтесь. А, спасибо большое, конечно, интересно делаете. Спасибо большое, но, если честно, раскрою секрет, я сейчас буду готовиться к своему следующему марафону и хочу на следующей неделе, если у меня хватит времени, сделать прямой эфир постановки табло-соло. Очень интересная, с очень большим количеством изоляций интересных. Вот, фишек, вот я бы хотела все-таки следующий эфир сделать табло-соло. Ну, в общем, посмотрим, я буду выкладывать информацию, там уже будете писать ваши пожелания. Хорошо, ребят, нет времени больше ждать. Все остальные, я еще не вижу своих девчонок, которые должны были присоединиться, они пускай присоединяются уже по ходу действия. Будем с вами разучивать, кто учит вместе со мной. Я буду работать к вам лицом, если нужно, буду подходить, потом поворачиваться, но основную часть будете делать со мной зеркально. Итак, выход у меня вообще по постановке это шине, да, очень много-много-много вращений, но так как у меня не позволяет помещение много вращений, да, мы не находимся на сцене, вот, я просто делаю обычный выход, то есть обычную проходку, обычную проходку. В правую сторону за правым плечом. Начало у нас межансе будет антре часть, да, самая легкая, но достаточно интенсивная. Итак, вот мы с вами вышли, мы с вами выходим с левой стороны за правой ножкой, просто по кругу у нас будет выход. И сразу же мы начинаем работать левой ногой, шагаем на крест, делаем правый замах бедром в правую сторону, поворачиваемся в плие, вырастаем руками, небольшой протряс грудью. Итак, еще разочек, давайте, кто работает вместе со мной. Шагаем, мы выходим за правой ножкой, выходим за правой ногой, сразу же у нас небольшой арабеск, бедро в правую сторону, поворот, плие, вырастаем, протряс. Сразу же мы с левой ноги шагаем также на крест. Теперь у нас пассе, также правое бедро. Поворачиваемся за левым плечом и у нас арабеск левой ногой назад. Ребят, если сложно, вы мне пишите, я буду показывать спиной. Итак, давайте еще раз повторюсь, что очень-очень интенсивно. То есть вот у нас выход может быть с руками. И у нас сразу же арабеск, шаг, поворот, плечи. Дальше небольшой можно проход назад, шаг, пассе, поворот, арабеск за ногой. Давайте еще разочек.
То есть мы шагаем, 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 шагаем. Крест левой ногой. И правое бедро, поворот, плие, протряг. И правое бедро, поворот и ронд. Вот левая нога, у меня ронд назад. И небольшая оттяжка на правую ножку. Хочу с вами попробовать, пока еще к нам присоединяются. Давайте попробуем музыкально, чтобы вы понимали, насколько это будет быстро. Итак, сейчас. Один разочек пробуем с вами. Я думаю, теперь вы понимаете, что постановка достаточно быстрая. То есть, вот у нас с вами все легко пока, отлично. А арабеск с левой ноги? Нет, девочки. Крест правый, левый мы шагаем. Пока что работает все время правая нога. То есть, давайте еще раз быстро. У нас очень много элементов, которые надо выучить. То есть, у нас выход, 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 выход. И раз... Два, поворот, три, четыре, пять, шесть, поворот за левым плечом, семь, ронд, восемь, назад. Чуть-чуть, небольшая оттяжка обратной волной. Потом, раз, в правую сторону, раз, бедро, скрутка, два, упали, три, протряг грудью, четыре, добили бедро. И это все быстро. То есть у нас, раз, два, три, четыре. Давайте еще разочек и под музычку. Выход, 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 выход. И правая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ронд. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. После этого мы поворачиваемся. Пять, шесть. И смотрите внимательно. Мы становимся спиной. 7 и 8 упали вниз полукругом. Значит, еще разочек. Вот это движение. Мы полукруг делаем волосами головой вправо с тряской. Раз. А обратно возвращаемся, садимся вот в такую полубочечку. Это понятно, девочки? А можно... Пожалуйста, спиной. Да, можно. Давайте один разочек сделаю вам спиной. Итак, мы выходим, 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 выходим. Работает правая ножка. Раз, два, поворот. Три, четыре. Правая, пять, шесть, поворот. Семь, восемь. Раз, два, сели. Три, четыре, пять, шесть. И вот этот элемент. 7. И вернулись. Оп. 8. Глубоко садимся. Полукруг у нас слева направо. Давайте еще один разочек со спины. И под музычку сделаю вам со спины. Для того, чтобы вам было понятней. Итак, мы выходим. 2, 3. И раз, 2. Поворот. 3. Плечи 4. 5. 6. Вывернулись. 7. 8. Раз, два, упали. 3, 4, 5, 6, голова 7 и упали в бочку 8. Итак, как вам понятно? Сейчас давайте попробуем под музычку. Итак, давайте музыкально. Один раз сделаю вам к вам лицом и один раз сделаю к вам спиной. Thank you, спасибо за ваши лайки. Надеюсь, вы успели. Сейчас давайте еще один разочек. Мы сделаем уже спиной вместе с вами. Так.
Итак, надеюсь, все понятно. Да, Лерочек, всем привет. Надеюсь, что не сложно. Так, идемте с вами быстренько дальше. Давайте дальше объясню вам с лица и потом со спины. Итак, мы с вами закончили. Или, девочки, напишите мне, как объяснять вам с лица, ну, лицом к вам, либо со спины. Лер, Сонь, напишите мне быстренько, как объяснять, стоя спиной к вам, либо лицом. Девочки, кто смотрит эфир? Спина. Ага. Все, быстро, тогда работаем со спины. Давайте быстренько тогда для тех, кто позже присоединился, сделаю еще один разочек полностью со спины разбор. Спина, спиной. Хорошо, девочки? Итак, мы уходим. 5, 6, 7, 8. И раз, два, три, четыре, пять, поворот, шесть, ронд. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Серия. Шоссе за правой ногой. Раз, полукруг, два. Три, четыре. И рот назад. Пять, шесть. Голова семь, восемь. Итак, надеюсь, не сложно. Давайте сделаем с вами музыкаль на один разочек. Я буду танцевать вам спиной. Кто-то спиной. А где со спины у вас право? Девочки, смотрите, вот спиной. Вот вправо у нас все время вот правая нога. Да, мы повернулись. Опять правая нога пассе. Мы поворачиваемся. А давайте все-таки буду... Юлия Пепеляшкова, здравствуйте. Так приятно. Эфиры смотрят такие знаменитые люди. Вчера был очень интересный эфир мой. Так, все, не разговариваю, я могу много говорить. Давайте буду танцевать к вам все-таки спиной. Для того, чтобы вы понимали, что я делаю. Ола! Так, работаем, ребят. Я могу много говорить. Значит, давайте последнюю часть. У нас шоссе, да? Нет, у нас шоссе здесь начинается. Вот тряска, мы сели. И шоссе за правой ножкой, полукруг, вывернулись. За правой полукруг вывернулись, и потом у нас ронд, провернулись. У меня тут ковровое покрытие, мне не очень удобно делать ронды. Конечно, вы максимально делаете, вот, красивенько выворачиваетесь и красивенько работаем ножками. Итак, у нас был ронд, повернулись, и потом опять шоссе. Шоссе, поза. Мы садимся на правую ножку. Шоссе. Оп, шоссе в другую сторону, оп, опускаемся вниз. Значит, еще разочек. Шоссе, раз, шоссе, два, шаг на левую и замах ногой и голова довели. Итак, будет быстро, то, что я говорила, быстро и сложновато, но, как бы, надеюсь, не очень сложно. Давайте еще разочек, быстренько пройдем сначала. Выход. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, плечи, 4, 5, 6, рон, 7, 8, корпус, 1, 2, упали, 3, 4, 5, плечи, 6, волна, 7, 8, 1, 2, 3, 4, шоссе, 2, поворот, шоссе, 2, поворот, рон, провернулись, и головой закончили. Шоссе за правой. Раз, два, поза. Раз, два, поза. Шаг назад. И оп, поворот, голова.
Ну как? Понятно? Надеюсь, что да. А, давайте попробуем музыкально, для того, чтобы вы видели, что я там буду делать. Музыкально со спины. Понятно. Давайте еще раз возьмем вот нашу финальную комбинацию, где шоссе. Вообще шоссе делаю максимально широко, но учитывая, что у меня очень мало места, я его делаю прям скудненько. Поехали, давайте, шоссе в стороны. Раз, два, три, четыре, назад шаг, пять, шесть, замах, семь, голова, восемь. И отсюда мы продолжаем. Давайте закончим первую часть. Раз и два с ногой. Три и четыре. И качалочки с возвратным шагом. Пять, шесть. Хлопок. Семь. Тарелки две. Восемь. Встали. Итак, вам там видно? Хорошо видно? А давайте еще разочек со спины. Вот последнюю часть. Вы, в принципе, я думаю, знаете все поворот. У нас будет раз и два, три и четыре. И вот правая ножка спереди. Раз, два, хлопок. Так-а-так-а. Так-а-там. Так понятно? Надеюсь. Так, ребят, давайте под музычку один разочек. Для тех, кто танцует со мной, спиной, и один разочек сделаем, кто танцует лицом. То есть в разные стороны повернусь. Вот, и как я говорила, достаточно все быстренько. Давайте попробуем. Успеваете? Девочки, надеюсь, что успеваете. Давайте еще один разочек. Я сделаю то же самое. Нашу вот самую-самую первую часть лицом, для тех, кто танцует лицом. То есть, повернусь к вам. Спасибочки, так уж жарко. Итак, девчоночки, надеюсь, вы первую часть уловили. Давайте еще один разочек я с вами ее станцую, наверное, спиной к вам, и пойдем с вами разбирать дальше. Так, спиной.
Итак, надеюсь, вы все уловили. Надеюсь, вы успеваете. И давайте пойдем с вами дальше. Потому что наша первая часть, антре на этом не заканчивается. Я ее не порезала, поэтому давайте продолжать. Итак, смотрите, мы делаем с вами все слитно. То есть, вот у нас хлопок, тарелка, упали, и сразу отход назад. И шаг, пассе, голова. Что я хотела сказать? Назад, смотрите. Назад, и сразу же у нас оп. То есть, каждый элемент у нас идет слитно. Вот мы отходим, сразу же колено, и после этого у нас с вами сразу же идет слитно шоссе. То есть вот мы сделали удар, така, упали назад, пассе, и сразу же шоссе в левую сторону работают плечи. Раз, два. В идеале продвигаемся тоже максимально как бы далеко. Два. Шаг, арабеск, поворот, зажали. Это все одна комбинация. Давайте еще разочек. То есть у нас мы ушли, пассе, шоссе в левую сторону, назад, оп, встали на ножку, зажали, и волна вниз и вверх. Почему я сразу так даю все вместе? Потому что это все... слитные комбинации, и я не могу их разделять, потому что вы не поймете потом, какая комбинация, куда и зачем идет. Итак, вторая часть, давайте еще разочек. Хлопок, та-та-та-та-та, упали. Уходим назад, сразу же пассе и шоссе в сторону. Так, замах, ножка повернулись, зажали. Плие волна и ролевая волна. Понятно, девочки? Ага, девочки смотрят, значит работают. Ну, надеюсь, все понятно. Вот, только ввиду того, что мы все танцуем дома, очень мало места для такого мизансцены, где хочется максимально разбежаться. Ну, давайте пробовать. Итак, ушли мы назад. Пассе и шоссе назад, шаг, оп, зажать, плие, ролеве с волной. Давайте попробуем соединить вместе с первой частью, а потом продолжим эту. То же самое будем работать со спины. Немножко больше места дома для того, чтобы разогнаться, у меня совсем мало, вот, поэтому давайте еще разочек с вами музыкально сделаем только вторую часть, сейчас я перемотаю, для того, чтобы вам было полегче. Сколько волн? Две, девочки. Смотрите, я ухожу далеко, потому что мне тут мешает диван. Мы делаем замах, повернулись, наступили, перешли с животом, и сразу же первая волна плие, вторая ролеве, и мы уже довернулись. После этого у нас глиссад в сторону с плечом.
Раз, два, три. Итак, еще разочек. У нас замах, вывернулись, зажали. Плие волна, ролевая волна, глиссад. Раз, два. И смотрите, какие интересные шаги с руками. Интересные шаги с руками, девочки. Я надеюсь, вы все знаете точки зала. У нас первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая точки. И вот мы шагаем. Давайте пока ножки. Раз, два, три, четыре. То есть у нас с вами получается, мы шагаем. Вторая точка зала. Потом уходим назад. Назад четвертую. И эта же нога остается здесь же. Это получается у нас вторая, четвертая и шестая. То есть и руки. Раз во вторую, в шестую, в четвертую и также в шестую. Ну, а шестая остается на месте. Итак, давайте всю вторую часть. Вот мы все слитно. Мы уходим назад. Пассе, и мы шагаем, мебель, шагаем в сторону шоссе, замах, поворот, зажать, плие, ролеве, становимся спинкой. И дальше, раз, два, удар, и вот эти наши шажочки, раз, два, три, четыре. И все быстро. И все как обычно у меня происходит очень быстро. Давайте соединим только вторую часть. И потом подсчет и подмышечку соединим все вместе. Хочу просто до какого-то логического кусочка дойти уже. Давайте только вторую. Так, еще немножко, честно, дойдем до логического кусочка и соединимся вместе. И быстро. Итак, у нас глиссад. Даже можно сделать один, если не успеваете. Оп, так. Раз, два, три, четыре. Оп. Поворот на стопе. И расслабляемся ключик. Шаг назад. Сейчас будет полегче, честно. То есть самая быстрая часть наша, у нас уже заканчивается. Итак, вторая часть давайте. Мы ушли назад, пассе, в сторону, назад. Арабеск, поворот зажать, плие волна, ролеве волна. Давайте один глиссад. Глиссад, удар, шаги. Раз, два, три, четыре, прыжок, два, вывернулись. Ключ, три, четыре. Я там отхожу, надеюсь, вам видно. Куда я хожу в разные стороны. Давайте один разочек, вторую часть музыкально. И с вами соединим. Так, смотрю, у нас уже гости, мужчины присоединяются. Так, девчонки, работаем. Надеюсь, вы все успеваете. Сейчас давайте один разочек соединим вместе со мной, вместе с вами. Станцую вам со спины часть. Всю постановку. Ну, всю нашу часть, которую мы уже выучили.
очень надеюсь, что вы успеваете. Очень честно на это надеюсь. Девочки, еще прорабатываем сначала или учим дальше? Давайте, кто вместе со мной учит, напишите мне, мы прорабатываем сначала эту часть, либо учим дальше. Жарко. Так. Я предлагаю еще доучить кусочек. Доучить кусочек до основного ритма. Девочки, кто учит со мной? Дальше. Ага, отлично, спасибо большое. Итак, я с вами согласна. Учим дальше. Мы с вами закончили. Уже начинается у нас песенная часть. Итак, у нас был ключ, шаг назад. На ролеве у нас качалка правым бедром вниз с тряской. Раз, два, три, четыре. Смотрите, вот раз, два, три, четыре. При этом у нас еще есть трясочка. Дальше. Да, спасибо, девочки, делаем. Итак, при этом трясочка у нас раз, два, три, четыре. Мы поворачиваемся. Просто поворачиваемся на зрителя, никаким из элементов. Если у меня где-то идет бедро, не страшно. Это просто у меня такие бедрышки. Вот тут у нас элементов нет. То есть у нас был ключ, шаг назад. Раз, два, три, четыре. А теперь восьмерка. И с правой ножки мы поворачиваемся кружком. Еще разочек. Итак, полукруг. Раз, два, три, поворот. Вот такая какая-то полувосьмерка, полуповорот. И полубочкой вывернулись. Ключи. Раз, два, три, четыре. То есть у нас много поворотов. Давайте еще разок. Раз, два, три, четыре. Вот такие полувосьмерка, полуповороты, вывернулись. Продвижение с ключами вправо. Раз, два, три, вывернулись. И полукруги. Правая собрали, левая собрали. И давайте буквально еще немножко доучим и соединим, потому что уже будет как раз у нас конец вот этого нашего антре, самого первого выхода. Итак, раз, два, три, четыре, и пошли, продвигаемся. Пять, шесть, два акцента, так вам, наверное, не видно. Качалки. Пять, шесть, плечо семь, и глиссад назад. Восемь, и оп. И начинаем наше страдание на основной ритм. Страдания тоже интересные будут, красивенькие, так что даже постараюсь, может быть, их объяснить. Итак, давайте первую часть пока не будем соединять, потом в конце один разочек вам соединю, чтобы не тратить время. Начнем с ключа. Вот где у нас был ключик. Мы закончили и уже с песни. Наша часть лицом, проходочку вперед. Так, девочки, какую проходочку вперед? Так, проходочку вперед. Ключи, что ли? Давайте эту часть лицом сделаю. Смотрите, у нас был ключ, да, мы закончили предыдущую часть. И пошли качалки. Раз, два, три. Просто обернулись, вот. Потом такое что-то, вот такое переходящее полувосьмерка, полунепонятно что. Я такое люблю. И вывернулись полукругом. Проходочка вперед. Может, это имели в виду? Ключи. Раз. И два. И потягусь. Поворот. И у нас мы стоим. Опорная нога сейчас правая. Переходим на левую. Раз. И два. И проходочка. Вот это, наверное. Раз. Два. Дальше. Раз. Два. Присели.
плечом. Раз, два, прыжки. Раз и поворот. Оп. И начинаем страдать. Хотите, докручивайте голову. Ну, мне тут просто это неудобно делать, потому что у меня сильный переход на полу. Поэтому я как бы стараюсь лишних элементов не добавлять. Вы можете расслабить корпус и довести еще голову. Давайте попробуем с вами музыкально. Я сделаю один разочек лицом для того, чтобы вам было понятнее последнюю нашу часть. До перехода до следующей части. Итак, девчоночки, предлагаю сейчас один разочек соединить все с самого начала спиной к вам, и потом, я думаю, у нас останется время для того, чтобы мы пошли дальше. Есть там еще очень классные кусочки. Поехали, соединим один разок. Я обязательно сохраню эфир, потому что знаю, что, возможно, постановка сложновата и быстровата. Давайте разберем еще одну маленькую-маленькую часть. Итак, я хочу один разочек ее показать лицом, потому что со спины вам будет сложно понять. То есть мы с вами закончили. Айю, он поет. Стоим на опорной правой ноге, левая на носочек. И раз, два. То есть, вот то, что я говорила, наше страдание. И так, так, вырастаем руками, довели волной. Значит, еще разочек. Так, так, руки, волна. Акцент живот, ножка. То есть, у нас два акцента дальше. Дальше, живот, ножка, бедро, вывернулись. Рука, рука. К себе, круг, акцент. Давайте еще разочек. Мы когда повернулись, у нас начинается страдание. Так, так. Вырастаем руками волной. Оп, оп. Два акцента. Оп, оп. Бедро, поворот. Ручка, ручка. К себе. Прижали к плечикам, либо куда вам удобно. Круг, акцент. И отсюда у нас так, так. И смотрите, ножка. Удар. Акцентики. Оп, оп. Поворот с бедром. Эту часть сейчас делаю спиной, но просто боюсь, что вам спиной будет совершенно непонятно, девочки. Как руки.
руки делаются. Да. Я думаю, вот эти руки. Так, так. Так, так. Там акценты, вы услышите их. Хоп-хоп. Оп. Тр. Так. Грудь. Так, так. И потом смотрите ножка. Там акцент, да, на пальчик. Оп. Оп. И булочкой, да, крутились. Еще разочек. Давайте всю эту часть подойду поближе к вам, чтобы вам было хорошо видно. То есть мы, когда вывернулись, мы делаем раз, два акцента, мы падаем. Дальше мы руками вырастаем. Волна. Потом следующий акцент. Живот, ножка. Бедро. Вывернулись. И вот руки. Рука, рука. К себе, на плечо. Грудь. Вниз, вниз, вниз. Дальше акцент на ножку. Вывернулись. Шаг. Поворот. И идет уже смена ритма, которую, я надеялась, мы с вами тоже успеем разобрать, но, возможно, разберем в следующий раз. Итак, давайте соединим. Я до этого вам танцевала спиной. Давайте один разочек вам станцую лицом, чтобы вы посмотрели, как это лицом будет смотреться, и потом соединим еще разочек спиной. Надеюсь, что вы успеваете. У нас осталось совсем чуть-чуть времени. Давайте один разочек. Я сначала и до вот этого конца станцую вам спиной.
девчоночки. Очень надеюсь, что вы успеваете. Давайте, может быть, с вами схематично разберем последнюю часть. Ой, сколько у нас? 4 минутки осталось. Нет, Кисси, наверное, не разберем, потому что осталось 4 минуты до конца эфира. Напишите мне, пожалуйста, те, кто танцует со мной, станцуем ли мы еще раз сейчас с вами. Давайте сначала и до конца той части, которую мы выучили. Только напишите мне, танцевать лицом либо спиной. Так, кто танцует со мной? Напишите мне, пожалуйста. Мы не можем дальше продлить. У нас конец эфира, для того, чтобы я его успела сохранить. Вот, напишите мне. Мы закончим на этой части. Вот, кто будет танцевать, кто будет учить, пишите мне, я вам сброшу музыку, либо прикреплю ее лицом. Ага, отлично, сейчас лицом, а потом спиной. Ну, хорошо, давайте тогда меньше говорю. Когда будем заканчивать, я еще раз быстренько скажу. Так, ребятки, давайте быстренько тогда лицом, потом спиной, кто со мной танцует? Спиной. Да, давайте быстренько, я и лицом, и спиной один разочек еще, и все. И мы с вами заканчиваем до следующего раза. Поехали, работаем. Один раз. Ой, один разочек лицом. Для тех, кто танцует со спины, для вас один разочек со спины, чтобы у нас не прервался эфир.
Итак, девочки, спасибо всем огромное. На этом я буду заканчивать, чтобы сохранить эфир, вот, чтобы он у нас не прервался. Пишите ваши отзывы, понравилось или нет. Кому нужно музыку, там ссылочку сброшу в личку, если нужно. И кто будет учить постановочку, пожалуйста, если будете ее выкладывать, а вы выкладываете, отмечайте меня. Вот. Надеюсь, вам очень-очень понравилось. Мне очень понравилось. Очень красиво, хочу выучить музыку взять. Девочки, я говорила в начале эфира. Вы можете зашазамить, если она не шазамится, я буду стараться прикрепить, будет ли продолжение, будет, сделаем, честно. Очень там классная дальше идет часть, классные части, вот. По поводу музыки, прикреплю ссылку, если у меня не получится, я попробую. Если не получится, напишу вам, чтобы вы мне писали в личку, не стесняйтесь, на e-mail, куда нужно, я вам отправлю. В общем, вам порезанную, есть порезанная у меня, есть полная, там почти 8 минут. В общем, так, все, девочки, осталась минутка эфира. Всех целую, всем спасибо, учите постановочку.